Милан, идем в школу. Милан, покажись, какая ты красивая. Вот. Вот такая. У нас снег выпал наконец-то. Так, всем привет, ребят. Выгляжу с утра вот так, когда Милану отвожу. Волосы вроде бы чистые, но у меня вчера такая прическа была, знаете, вот сюда убрана. Поэтому, когда расплетаешь, вот получаются вот такие вот небольшие волны. Милану в школу отвела. Сегодня пятница. Покажу вам сегодня, что я в соседнем магазине купила. Так как Сережи уже неделю нет, ему сделали операцию на нос. Вот, и, ну, естественно, каких-то продуктов не хватает, поэтому приходится в соседний магазин ходить. Купила молотый имбирь, хотела свежий купить, но, к сожалению, нет. Теперь молотый купила, чтобы заварить себе чай с имбирем, потому что я заболеваю, у меня болит горло, у меня заложен нос, я думаю, что вы слышите. Также купила растишку. Вообще мы никогда ее не ели, только в этом году стали вот есть, потому что нужно что-то быстро либо в школе покушать, либо вечером. Поэтому покупаем хлеб, сок Милане, агуши покупаем, либо сады придонья. Также всегда берем вот такое вот молоко. Простоквашино. Ну, я, кстати, и в Вилле покупаю их молоко, но тоже абсолютно нормально. Дайсон взяла шебу. Обычно мы ее очень-очень редко берем. А по какой причине? Потому как он на диетическом корме сидит. Вот, но он, к сожалению, закончился. Я уже заказала, и сегодня мне нужно будет его забрать. Ну, по крайней мере, было написано, что доставка сегодня будет. Вот таким вот кормом мы кормим Дайсона, 2 килограмма. Большего размера такой корм не продается. Это Royal Canin, модератор калорий. Вот именно с модератором калорий должно быть. Этот корм он мало кушает, поэтому, в принципе, он у нас такой худой, не поправляется. Еще взяла свеклу. Может быть, какой-нибудь салатик сделаю. Вот. И купила еще лук. Хочу сегодня тушеную капусту приготовить. Также вечером разморозила курицу. Такую, ну, это ножки, да, голень. Нужно приготовить в духовке. Значит, сегодня, ребята, я буду тушеную капусту готовить прямо в кастрюле, потому что я люблю много тушеной капусты, и она у меня съедается быстро, поэтому в кастрюле, плюс не будет брызг у нас. Вот, пока масло будет накаливаться, я порежу лук. Иду сейчас на массаж. Девочки, решила делать себе массаж лица. Сделаю шейно-воротниковую зону.
Будем молодиться. Эй! Милана, Милана! Смотрите на Тайсона. Только выхожу из комнаты, он стоит под дверью, бежит туда, чтобы ему открыли дверь, и он там погулял. Выходит, естественно, там улицы нет, поэтому он по всему полу грязному этому катается и собирает пыль. Да, Тайсон? Я не помню, показывала я вам или нет. А у нас красивые закаты. Значит, девчонки, пришла я, может, и мальчишки, пришла я с массажем. Вот, все супер, все класс. Постоянно, вот, второй раз немножко другой массаж мне Эрика сделала, девочку Эрика зовут. Вот, ну, замечательно, знаете, так, когда уделяешь себе какое-то время, посвящаешь его себе, и ты можешь расслабиться, особенно когда тебе приятно. В общем, это классно. Мы сейчас с Миланой минут через 30 уже пойдем в школу, потому что нас записали к логопеду, и будут, видимо, говорить, что у нас Милана плохо разговаривает. Поэтому я хочу сейчас с Миланой пойти, при том, что у меня не с кем ее оставить, но... Я ее могу оставить, но хочу, чтобы Милана со мной пошла, и уже конкретно мне сказали, какие у Миланы проблемы. Если они действительно, я посчитаю, что они есть, ну тогда мы пойдем, наверное, куда-то поедем, куда нас направят. Вот. Что будем сейчас собираться? Ребят, решила закончить этот такой домашний влог на позитивной ноте. Сегодня суббота, и наконец-то я сдала внутренний экзамен, теорию, так как площадка была уже у меня сдана, поэтому на следующую субботу будем уже ехать в ГАИ. Вот, Сережа, кстати, еще в больнице, его, скорее всего, на следующей неделе только выпишут. Вот, он идет уже на поправку. Так что спасибо, что смотрели этот влог, спасибо, что были с нами, и до новых встреч, всем пока-пока!